Семенович Собянин. Москвада жазучы Чыңгыз Айтматовтун эстелигинин ачылышы болду. Иш-чарага президент Сооронбай Жээнбеков, элчи Болот Отунбаев, өкмөттүн мүчөлөрү жана Жогорку Кеңештин депутаттары катышты. Өткөн жылы Москва шаардык думасы дүйнөгө таанымал жазучы Чыңгыз Айтматовтун скверине анын эстелигин орнотуу боюнча токтом кабыл алган. Сквер Москва шаарынын Павлов көчөсү жана Подольск шоссесинин ортосунда жайгашып, аянты 2 гектардан ашат. Айтматов тирүү болгондо быйыл 90 жашка толмок. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Сегодня очень знаменательный, волнующий день. Мы все здесь собрались и присутствуем на торжественном церемонии открытия памятника великому кыргызскому писателю Чыңгызу Тураколчу Айтматову. Я сердечно поздравляю всех вас с этим прекрасным событием. Прежде всего, от имени всего кыргызского народа я хочу выразить слова искренней благодарности всем тем, кто принимал участие в реализации данного проекта. Мы сегодня становимся свидетелями этого прекрасного произведения искусства. Вам большое спасибо за это. И, уважаемые друзья, и мы сегодня еще раз убеждаемся о том, что не только в Кыргызстане, но и в России чтят память и творчество Чыңгыза Тураколчу Айтматова. Айтматов – классик не только кыргызской, но и русской литературы. Он своим талантом смог стать ярким представителем как кыргызской, так и русской литературы. Он всегда сам говорил, что два языка, кыргызский и русский, что его два крыла. И вот на этом он всегда акцентировал. И он был всегда таким человеком, от которого всегда ждали чего-то хорошего. Айтматов был не только гениальным писателем, он был и человеком мирового, глобального масштаба. Он был всесторонне талантлив, он был и публицистом, гуманистом, философом, и государственным деятелем, и дипломатом. Старое поколение, они помнят, знают, но я хочу сказать молодому поколению, Чыңгыз Тураколович, он представлял Российскую Федерацию. Он был чрезвычайным полномочным послом в Люксембурге. Он был послом Советского Союза, и он был послом одновременно Бельгии, Кыргызской Республики. И многие не знают, вы все знаете, он был инициатором Иссык-Кульского форума знаменитого. Он смог в 1986 году, когда противостояние Советского Союза и Запада было на пике, он смог собрать всех интеллектуалов всего мира, знаменитых ведущих интеллектуалов, и он собрать на Иссык-Куле, и они через каждый год собирались в разных городах мира, и они обсуждали проблемы всего мира. И они влияли на этот процесс, и мы, продолжая дело, начатое Чыңгызом Тураколовичем, в этом году мы провели заседание Иссык-Кульского форума, где там участвовали россияне, ведущие люди России, страны СНГ, Европы, Турции, Китая и других стран. Имя Чыңгыза Тураколовича Айтматова вызывает у нас, кыргызов, национальную гордость. Национальную гордость. И когда мы слышим это имя, у нас всегда душа трепет. Потому что Чыңгыз Тураколович Айтматов, благодаря своему таланту, через своих читателей, он донес всему миру, культуру кыргызов и богатую историю кыргызского народа. Я хочу, пользуясь этим случаем, выразить искреннюю благодарность от своего имени, от всего кыргызского народа, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, российскому народу, особенно москвичам, его мэру Сергею Семеновичу Собянину, за то, что здесь, в Москве, в центре Москвы, стоит памятник Манасову и Чыңгызу Айтматову.
Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня большое событие. В Москве появился памятник великому писателю Чингизу Айтматову. Я хочу поблагодарить президента Киргизии, архитекторов, благотворителей, благодаря кому появился этот замечательный памятник. Конечно, мы все помним этого великого писателя и целое поколение россиян, советских людей были воспитаны на его произведениях. И даже если мы не помним некоторые произведения, имена героев его повестей, романов, когда произносят его имя, это ощущение искренней чистоты, доброты и величия. И это ощущение вместе с памятью об этом великом писателе навсегда остается с нами. И сегодняшний памятник, его открытие, это символ нашей совместной истории, культуры и дружбы. Поздравляю всех! Спасибо! 12 декабря мы отмечаем 90-летие Айтматова, и в этом году во многих странах мира также отмечали это событие в знак признания его таланта, его наличия. Многие страны отметили это событие, названы улицы и проспекты в таких странах, как Белоруссия, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и других странах, которые отметил Сооронбай Шарипович. Также установлены памятники, скульптурные памятники. Эту знаменательную дату отмечает весь мир, и мы благодарны России и российской стороне за участие в проведении юбилярных мероприятий. Наследие Чингиза Айтматова – это огромный духовный пласт, который требует глубокого исследования. В произведениях писателя глубоко осмысливались проблемы исторической памяти человека, сложные, извечные, нравственные вопросы бытия, как человеку, человеком быть изо дня в день, в трудных жизненных условиях и ситуациях. Чингиз Айтматов – это, конечно, не просто классик киргизской, русской, советской литературы. Чингиз Айтматов – величайший мудрец. Это глыба. Это создатель отдельного, уникального жанра в рамках классического реализма, проникнутого мистикой, притчами, глубочайшим знанием народной культуры, мирового этноса, легенд. Второго такого писателя в 20 веке не было. И я прекрасно помню, как, будучи студентом, когда, казалось бы, официальный признанный писатель, кавалер орденов, лауреат Ленинской государственной премии, герой социалистического труда, но когда выходил его новый роман, мы читали его в журнальном варианте сначала, передавая из рук в руки, потому что приобрести бумажную, эту толстую книгу было невозможно. И он буквально ходил по рукам. И по сей день у нас очень любят и много читают Чингиза Айтматова. И, конечно, этот памятник, огромное спасибо его создателям, правительству Москвы, Министерству культуры Киргизии. Этот памятник – знак не просто официальной политики. Это знак искренней народной любви. И хотелось бы, чтобы он не просто был украшением этого красивого сквера, но и сподвигал молодежь, приходящую сюда, снова и снова брать в руки книги Чингиза Айтматова. Мен Марат Кокпар Жанабекович, Москва жергесиндеги кыргыз диаспорасында иштейбиз. Бул биз үчүн өтө чоң сыйлык. Чингиз Төрөкулович Айтматовдун мындан улуулугун билсек болот. Бүгүн Кудай буйруса кыргыз бир туугандардын маанайы абдан жакшы. Биз Чингиз Төрөкулович Айтматов менен
сыймықтан ауыз, бұға чейін сыймықтан келгеміз, мұндан кейін де сыймықтан ауыз. Жеті жұмада жеті киносын елге тартуыладық. Чыңғыс Төреқұлович Айтматовтың шығармашылығының негізінде кинолар көрілі өтті, әрбір жұма сайын. Мен ойлайым, мұрынқыдандағы бұл жерге келіп таныған, китебін оқып, бірақ киносын көре албағандар көріп, аябай жақсы маңайды осты. Азыр ошоның негізінде дағы көп жердештер бұл жерге келіп қатысып бере жатышады. Мекеним Алатау деген қоғамдық ұйымдың жетекшісі болам. Орыс, қырғыз, советтік жазушы болған үшін дүние жүзіне қырғызды ғана танытпай, ошо советтер союзындағы ошо танытқан үшін ең дүниеде көп оқылған Толстой, Достоевский, анан Айтматов, үч эле жазуучу бар, беш жазуучу 200-ден ашык тилге которулган ошого кирген үчүн керек болсо ошо Москвада, Россияда кыргыз тандыктардан дагы көбүрөөк таанышат, көбүрөөк билишет, көбүрөөк сыйлашат. Деги биз илгери аспирантурага келген убакыттардан бери 80-чи жылдан бери эң ушул биздин кыргызды биринчи тааныткан Чыңгыз Айтматов. Ошон үчүн азыркыга чейин Чыңгыз Айтматовдун аты мындан кийин дагы кылымдарга кала турган чыгармаларды жараткан үчүн биз кыргыздар сыймыктанышыбыз керек, сыймыктанабыз. Сабаева Жамалгүл Турдакуновна, главный редактор литературного клуба «Москва Кайрыктары». Это великий писатель планетарного масштаба Чингиза Айтматова знает весь мир. Мы гордимся. Вот соотечественники в Москве, литературоведы, поэты, писатели, все мы гордимся Чингизом Айтматовым. И сегодняшнее мероприятие еще это одно достоинство, ценнейшее качество кыргызского народа, великого нашего сына. Вот мы посвятили к 90-летию Чингиза Айтматову книгу «Аалам Жылдызы», «Звезда Вселенная». Здесь сюда вошло 45 авторов. Авторы не только киргизские, русские. Расул Гамзатов, Мухтар Шахханов там. Все. Вот. Поэтому мы вложили в это русло тоже свое дело. Гениальным писателем он был и человеком. Вам большое спасибо за это. И, уважаемый друг, всегда таким человеком, от которого до мира, и они обсуждали проблемы всего мира. С нами. И сегодня... В Японии, в Германии и во многих других странах мира земляка. И Айтматов всегда в своих произведениях воспевал. 8 не только в Кыргызстане, но и в России все память и творчество. В общем, знания народной культуры, мирового этноса, легенд. Героев, его повести и романов. Когда произносят его имя. Мировой культуре внесли два вклада. Это писатель, кавалер орденов. Лауреат Ленинской государственной премии. Его имя – это ощущение. Айтматов станет одним из символов дружбы между гуманистом, философом и обществом. Наших почетных гостей за тот вклад, который они внесли. Когда был в Москве. Спасибо.